Здравствуйте! В эфире программа «Мини-футбол в России». В последнем выпуске этой весны вы увидите. Ждем Аргентину, едем в Испанию. Юношеская сборная страны продолжает подготовку к олимпийскому турниру в Буэнос-Айресе. Разговор без галстука. Главный тренер «Газпром Югры», обладатель Кубка УЕФА, Кака, о любви к мини-футболу, тонкостях бразильских имен и любимой русской песни. Миллион алирос. Пора решающих игр. В высшей лиге определились финалисты сезона. А также хит-парад лучших голов регулярки, анализ четвертьфиналов от Тимура Аликберова и многое другое в блоке о Суперлиге. Поскольку в каждой из четвертьфинальных пар Суперлиги после двух матчей один соперник уступал другому со счетом 0-2, третьи поединки серии были для проигрывающих команд последним шансом на возобновление интриги. И так вышло, что никому из отстающих не удалось продлить борьбу хотя бы до четвертой встречи. Все началось в Екатеринбурге, где «Синара», оба раза победившая в Климовске, принимала в своем резервном зале мини-футбольный клуб КПРФ. Коммунисты вели по ходу матча 2-0 и 3-1, однако к 47-й минуте уже проигрывали сами и едва довели дело до овертайма. Хет-трик в составе гостей оформил чемпион Европы Лин. В дополнительное время победитель выявлен не был, ну а в 11-метровой лотерее сильнее оказались уральцы 5-4. «Синара» в сухую выигрывает серию и выходит в полуфинал. Для нас сегодня это был финал, поэтому эмоции запредельные. Понятно, сегодня мы проиграли и сейчас едем домой. Мы не выполнили те задачи, которые перед нами ставило руководство клуба. Я очень счастлив, что мы прошли дальше. Просто, может быть, сейчас по мне не так видно, я широко не улыбаюсь, но на самом деле по мне все бурлит. Пытались сдерживать эмоции, потому что пенальти, вы сами знаете, нужно где-то немножко даже похладнокровнее быть. Но все здорово, мы счастливы. Мы закончили серию 3-0, у нас есть время отдохнуть и подготовиться. Норильский «Никель», который дважды проиграл Новосибирске, в третьем матче серии открыл счет и выглядел неплохо. Однако гости на это ответили двумя голами и выстояли в концовке. 2-1, как и 7 лет назад, «Сибиряк» в сухую побеждает «Полярников» в 1-4 и идет дальше. Политех и Тюмень в третьей игре серии забивать не спешили. К перерыву на табло в Петербурге горели 2-0. Побеждать нужно было хозяевам, но на 31-й минуте черно-белых вывел вперед Андрей Батырев. Радмир Шарипов вскоре восстановил равновесие, однако на большее студентов не хватило. А вот у гостей нашелся свой джокер. Александр Упалев забил 2 мяча в течение 5 минут и обеспечил Тюмени сразу 2 победы – 3-1 в матче и 3-0 в серии. Да, нам не хватает мастерства, не хватает там многих вещей, но так как ребята удалось нам достучаться до них и как они работали в последнее время, честь и хвала. Примечательно, что кроме игры в Екатеринбурге, в каждом из третьих четвертьфинальных матчей хозяева забили всего по одному мячу. Так случилось и в Сыктывкаре, где новая генерация уже в третий раз за последние 6 лет пыталась навязать борьбу «Газпрому» в рамках плей-офф. Одного мяча для успеха ожидаемо оказалось недостаточно. Югорчане отличились 4-жды и спокойно прошли в полуфинал. Дубль в активе «Кайо». Нам не хватило немного реализации. А так забей мы второй, и была бы ничья, и игра бы шла по-другому.
Когда в такие короткие сроки проходит столько важных и напряженных матчей, это определенно требуется осмыслить специально для программы «Мини-футбол». В России четвертьфинальные поединки Суперлиги проанализировал чемпион Европы, один из сильнейших футзальных специалистов страны Тимур Алекперов. Синара, КПРФ. Я больше предполагал, что даже будет, наверное, пятая игра, потому что очень сложно, когда встречаются две какие-то такие команды высокого класса, чтобы все решилось в трех матчах. Для меня это была неожиданность. Синара достаточно неожиданно проявила ход, и который очень здорово сработал и всеми отмечается. И это игра Хамадиева, который сыграл как защитник и сыграл, я считаю, что очень здорово. Да, он справился абсолютно с работой, справился очень-очень качественно. Мне показалось, что были какие-то отрезки, когда игру можно было переломить, и здесь более-более правильно сыграла Синара, потому что немножко занервничали игроки КПРФ. Было видно, что вот у молодых ребят, для которых это всего лишь там второй плей-офф, что не все складывается. Наверное, ответственность очень большая, наверное, действительно желание очень большое себя проявить, но это все сказалось, мне показалось, вот эта молодежная четверка, она, конечно, не сыграла в свою силу. Тюмень, Политех. Плюсы Тюмени в этой сезоне, наверное, хорошая игра, стабильная игра все-таки вратаря Аксентьевича, который не только как вратарь, но и как личность, как лидер, очень здорово себя проявляет, очень харизматичный вратарь. И в самые важные отрезки действительно футболисты могут обернуться и увидеть, что там играет очень уверенный и надежный вратарь. Его быстрые отрывы, очень много Тюмень забивала в сезоне, и забивая с очень хорошего входа руками, ввода руками и ногами, поэтому здесь они получают преимущество в быстрых контратаках. А что касается атаки, они обладают футболистами, еще раз хочу сказать, сборные — это Антошкин, это Батрев, это Милованов, которые уже сыграны на протяжении чемпионата и которые получают свои преимущества, потому что уже обладают очень большим индивидуальным мастерством. Вот это главный козырь. Они грамотно довели серию до победы. Сибиряк, Норильский Никель. Я могу сказать честно, что, конечно, очень-очень важную роль всегда играют в плей-офф вратари. Когда получил серьезную травму Алексей Попов, который на протяжении чемпионата иногда практически в одиночку вытаскивал матчи, то есть показывал игру неординарно, он давал возможность в какой-то момент команде продержаться и выиграть матч или его не проиграть. Когда он получил травму, было понятно, что это будет большая потеря. Сибиряк очень здорово играет дома. Наверное, это не сюрприз, это не секрет. Сибиряк играет с огромной поддержкой. Там прекрасные болельщики, они всегда очень эмоционально поддерживают. Команда очень воодушевлена, и играть против Сибиряка на выезде всегда очень сложно. Мне казалось, что в одну игру все-таки Норильском выиграет, и серия продлится. Но, как показывает чемпионат, отрыв трех ведущих команд достаточно большой, вернее, даже пяти команд от Норильска в чемпионате. Наверное, это и показывает, и разницу и в классе. Поэтому здесь все закономерно. «Газпром Югра» – новая генерация. Во-первых, это было очень полезно для самой генерации. Думаю, что это прекрасный опыт. И мне кажется, что им удалось вот в первых двух матчах на протяжении большей части игры оказывать большое сопротивление. Подключали вратаря, и это не было, было сюрпризом для «Газпром», потому что уже в конце чемпионата довольно часто это использовалось. И иногда это срабатывало в пользу генерации, как вот в последней игре гол был забит именно так, когда подключается вратарь, защита начинает перестраиваться, и так получается, что один игрок лишний, не всегда удается с ним грамотно сыграть. В какие-то моменты действительно получали преимущество, но мне кажется, что это не дало того эффекта, который, наверное, хотелось. Очень хорошая игра провела генерация, и вот та неудовлетворенность, которая была в конце чемпионата, мне кажется, они выплеснули и постарались сыграть на своем максимуме. Просто действительно ребята очень молодые, им действительно на протяжении всего матча очень трудно играть в такой классной команде. Итак, в полуфинале Суперлиги в этом сезоне сплошь представители Сибири и Урала. Тюмень сразится за выход в главную серию чемпионата с Сибиряком, а «Газпром Югра» будет биться с Синарой. Первые матчи 1-2 пройдут 23 и 24 мая в Тюмени и Югорске. Финалисты получат прямые путевки в Лигу чемпионов. Первая стадия плей-офф Суперлиги завершена. Чтобы понять, кто продолжит борьбу в полуфинале, не обязательно следить за ходом всех матчей. Иногда достаточно просто посмотреть инстаграм мини-футболистов и их жен. Там есть все. И даже немножко больше. Вот Арсер Багиров играет с сыном на улице.
Глеб Разоренов загорает с дочкой. Ясно, отпуск у КПРФ уже начался. Николай Коневец из Норильского никеля тоже сезон закончил. Он ловит рыбу в Подмосковье, загадывает желание на следующий год и отпускает. Те, кто еще бьется за золото чемпионата, активно готовятся к 1-2. Шаихметов и Афанасьев делают прически себе и всем югорчанам. У Тюмени восстановление. Водные процедуры. Сын Сергея Покатыла уверен в победе сибиряка. Папа вышел в полуфинал, а значит, можно спать спокойно. Спит и Слемзин-младший. Футбол футболом, а пока, как пишет вратарь сборной, пусть весь мир подождет. Кстати, у Кака тоже есть Инстаграм, но в свободное время главный тренер «Газпром-Югры» любит покататься на автомобиле по Москве. В преддверии ответственных полуфиналов мы решили разрядить обстановку и составили обладателю Кубка УЕФА компанию. Поговорили о тонкостях русского языка, о любимых песнях и главных плюсах мини-футбола. Некоторые вопросы оказались очень непростыми. У моего папы был друг Рикардо, и они договорились, когда родят сыновья своих, они будут звать Паулу Рикардо и Рикардо Паулу. А фамилия у нас по порядке такой, что фамилия, первая фамилия мамина фамилия Фигероа, и вторая фамилия это папина фамилия Силва. Я думаю, что Павел тоже, наверное, я никогда об этом не думал. Но думаю, который самый ближе, да, это Павел. Я думаю, что все нормально. Первое слово, которое я узнал, приезжая в Россию, это спасибо. И это слово, которое я должен постоянно говорить. И спасибо, Россия, за то, что кем у меня сегодня есть. Сыктывкар очень сложно. Я через раз, я могу 10 раз говорить это слово, но не знаю, что у меня. Не всегда получается, как получилось сейчас. Амбициозный, добрый и справедливый. Тяжело. Не знаю, я думаю, что Супермен. Как называется вот этот перец, который есть? Фаршированный перец. Фаршированный перец. Это песня Алла Пугачева, которую перепели «Миллион алый роз». Очень красивая песня. Можем послушать дальше. Поем вместе. Я только не умею петь, я не умею. Вообще не умею, только могу слушать. Я когда нервничаю, я начинаю грызть ногти. И хотел от этого избавиться. Когда я приехал в Россию, и мы что-то плохо играли, и переводчики, ну, тренер на меня ругал, и переводчики сказал все наоборот, чтобы я не расстроился. Уже такого было в Кубок УЕФА. И большие молодцы они, что они меня вообще не слышали, но все равно хорошо сделали, и мы выиграли. Я думаю, что мини-футбол – это круто, потому что очень энергичный, очень движный в виде спорта. А на закрытом помещении, которое очень сильно слышно, болельщики. А там разные тактики действуют, футболисты. Практически все футболисты, которые заявлены на матч, они играют. Очень все быстро происходит, голов много. Я думаю, что это то, что люди хотят видеть. Миллион, миллион алый роз из окна вечер. В высшей лиге российского мини-футбола состоялись ответные полуфинальные матчи. Нефтеюганский «Блик», проигравший первый поединок на Урале, взял впечатляющий реванш у завода имени Калинина дома 7-2.
Впрочем, и во второй паре недостатка в забитых мячах не было. Команда КПРФ-2 не позволила усомниться в своем превосходстве над клубом «Алмаз Алроса» из Мирного. Одолев соперника из Якутии, в первой встрече дублеры столичных коммунистов разгромили их во второй 7-1. У «Алмаза» в этот день совсем не получилась игра с пятым полевым, и москвичи блестяще этим воспользовались. Хет-трик в составе победителей оформил Владислав Мирлушкин. Тренерский штаб в лице Михаила Александровича нас готовил, что первый тайм будет очень тяжелый, это изначально вся команда знала, и он просил именно его выдержать. После первого тайма он, я считаю, решил суть всего этого двухматчевого противостояния, потому что мы дотерпели именно благодаря установке. Михаил Александрович нас заряжал именно на первый тайм. Проиграли сегодня крупно. Это, наверное, наши недоработки, ошибки, в первую очередь, при игре с пятым полевым. Очень жаль, пожелаем удачи КПРФ в финале. А мы будем бороться, будем стараться все-таки хотя бы бронзовые медали получить в этом году. Таким образом, в этом году за медали высшей лиги в каждой из пар поборются представители двух разных конференций. Восток против Запада. В бронзовой серии ЗИГ сразится с Алмазом, а в битве за золото отношения выяснят Блик и КПРФ-2. Юношеская сборная России собралась на базе отеля «Аквариум» для подготовки к двум товарищеским матчам в Испании. Напомним, в ноябре прошлого года наши игроки в возрасте до 17 лет добились права выступить на юношеских Олимпийских играх 2018 года в Буэнос-Айресе. Окончательное решение о том, какой именно вид спорта будет представлен в Аргентине в качестве демонстрационного – футзал, пляжный гандбол, регби-7 или хоккей на траве – еще не принято. Но готовиться к турниру команде необходимо при любом раскладе. Сегодня мы готовимся к матчам с Испанией, одной из молодежных сборных. Наряду с Португалией и Испанией, там Италией. Это такие гранды юношеского футзала сегодня в Европе. На учебно-тренировочный сбор, который посетили глава АМФР Эмиль Алиев и почетный президент ассоциации Семен Андреев, было вызвано 18 футболистов из 8 команд. Все эти ребята представляют дублирующие составы клубов Суперлиги или играют на взрослом уровне, дивизионом ниже. Примечательно, что испанские юниоры, в отличие от россиян, на Олимпиаду в Южной Америке не квалифицировались и друг с другом соперники еще никогда не встречались. Да, это будет наша первая встреча со сборной Испании. Ну и подготовка, то есть, идет полным ходом, готовимся к любому повороту событий. Ну, будем отталкиваться от своей игры, от своей готовности. То есть прессинг, владение мячом. Будем стараться брать инициативу испанцев. Ну и надо выигрывать. Товарищеские матчи на Пиренейском полуострове состоятся 22 и 23 мая. Надеемся, россияне все же поедут этой осенью на Олимпиаду в Аргентину и порадуют нас красивой игрой и яркими победами. И в завершении программы самое яркое. Пятерка лучших голов регулярного этапа Суперлиги. Поехали! Открывает рейтинг гол универсала Ухты Никита Шевчука в матче с Политехом. Классная обработка мяча и эффектный черпачок с разворота. Что еще нужно болельщикам для мини-футбольного счастья? На четвертой строчке лучший снайпер Суперлиги Руслан Кудиев и его точный удар в падении в игре с Диной. Вы только посмотрите, какой угол поражения. Острее только лезвие идеально заточенного ножа. Бронзовый призер хит-парада, нападающий Дины, Владимир Разуванов и его фантастический мяч, забитый в столичном дерби в Климовске. Нужны ли наши комментарии, когда у игрока такая техника? Второе место рейтинга занимает Андрей Батырев, который играючи разделался с опытным вратарем «Автодора» Леонидом Климовским во время исполнения дабл-пенальти. 3 года назад нечто подобное форвард Тюмени провернул в игре с бразильцами в финале студенческого чемпионата мира. И, наконец, победитель нашего хит-парада.
У португальцев есть Рикардиньо, у нас есть Сергей Абрамов. Абсолютный шедевр уральского гения, созданный в Ухте, по праву занимает первую строчку рейтинга лучших голов Суперлиги. Так держать, Серега! Ух, впечатляет! Согласитесь. На этом пока все. Увидимся уже совсем скоро. Пока!